Обстановка в республике сама по себе без изменений, но остается очень напряженной. Обстрелы как были, так и они продолжаются. Интенсивность за последние сутки чуть уменьшилась. Количество, которое было зафиксировано нашими наблюдателями, 41 случай обстрела территории как республики, так и позиции, на котором находится подразделение вооруженной силы армии. Хотелось бы отметить, что та тенденция увеличения дневное время, чем ночное, как было до этого, она продолжается. Ночное время из них 16 было зафиксировано. Артиллерии 6 случаев, 17 выстрелов. Танков 3 случая, 27 выстрелов. Зенитные установки 2 случая, БМП и БТР 5. Минометов 13, 80 выстрелов. ПТУР 6, гранатометы, стрелковое оружие 6 человек. Потерь среди личного состава вооруженных сил республики нет. Обстрелам подвергались следующие населенные пункты. Широкино 3 раза, Спартак 15, Жабичево 3, Вольво-центр район Донецкого аэропорта 10, Октябрьский 1, Сосновская 1, Саханка 1, Григоровка 1, Гальмовский 2, Веселая 1, Шахта Бакумова 1 и Шахта Октябрьская 2. Из последних два это именно черта города Донецка. Ранее мы сообщали о массированном обстреле из артиллерийских установок калибра 152 мм и 122 мм в населенном пункте Саханка. Представители миссии ОБСЕ отозвались на нашу просьбу проверить данные факты. Вчера в ходе патрулирования в населенном пункте Саханка были зафиксированы данные нарушения, что незамедлительно отразилось в отчете миссии. Кроме того, представители миссии ОБСЕ в своем рапорте отразили факт обстрела населенного пункта Новомарьевка снарядами калибра 152 мм в количестве 12 штук. Несмотря на титанические усилия совместного центра и миссии ОБСЕ по снижению напряженности, украинские войска продолжают вести обстрелы из тяжелой артиллерии. Сегодня утром, в 7 часов утра, в населенном пункте Новомарьевка подвергался очередному артиллерийскому обстрелу, в результате чего пострадал один мирный житель. Миссия ОБСЕ данный факт обстрела был сообщен, и они планируют туда выехать.